Ну вот я пошарил по сусекам, нашел вот такие, я знаю, плиты древесно-фанерные. Очистил их с помощью данного инструмента, конечно, одел маску, очки, капюшон, и теперь нашел также где-то у меня остатки краски, найденные опять-таки почти что на свалках. Вот нашел подходящую, и теперь осталось только эти 4 плиты покрасить. Ну, конечно, предварительно их отпилил до нужного размера, 50 сантиметров высотой, и они пойдут у меня на подпорки для раскладной кровати. Вот соседи поставили мне очередное ведро с травой. Я его сюда, как и все остальное свое и соседское, выкладываю, ставлю сверху ведро с водой. Заодно полил все наши кабачки, тыквы, патиссоны. Ну и, как видим, пока не очень очухивается, только один из них съеденный,
слизняками, остальные чувствуют себя прекрасно. Ну и время обеденное. Относим ведро снова с усилием и заодно смотрим, что у меня получилось с покраской. Покрасил я пока только одну сторону подготовленных с утра плит и положил их на самое солнечное место. Вот так, теплицу я уже не закрываю. Пионы, как видите, у нас разных сортов. Вот тут картошка из рассады, а вот эта вот подруга приобрела в магазине имеющийся у нас сорт голубой Конго. Вот в 10 ящиках я его посадил. Некоторые только вылазят, а некоторые уже более-менее. Ну и вот плиты, которые я покрасил, на солнышке лежат. Вот потихоньку раскладываю в ящике кучу дров. Видим, тут муравьи устроили в ней муравейник. Так что будет слегка проблематично все это дело раскладывать. Ну вот, пора обедать. С помощью дрели и миксера, даже сломанного, я вот в этом ведре измельчаю яичную скорлупу. Вот таким образом. Вот таким образом оставил в теплице досыхать подставки для кровати. И пора собираться домой.